Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Ватман, и буквально вчера, во вторник, был разблокирован новый броневик под названием Минасер. Либо Минацер, либо Минакер, либо Минахер, уж не знаю как правильно. Но переводчик мне говорит, что это Минасер. Так что остановимся на названии Минахер и давайте посмотрим, нужен ли нам вообще нахер этот Минахер. Продается этот чудесный автомобиль на сайте Warstock Cash & Carry по цене 1 775 000 долларов. Это его единственная цена, оптовой у него нет. Потому что Rockstar в этот вторник разблокировали только одну эту машину, никаких противоборств. Даже в стоковом состоянии Минахер выглядит грозно. И даже несмотря на то, что его двигатель еще не прокачан, у него получается толкать другие автомобили. И из вооружения у него изначально на борту стоит встроенный в передний бампер двойной пулемет и верхний пулемет 50-го калибра, который в мастерской Avenger либо подвижного командного пункта можно поменять на миниган 50-го калибра. Но если вы постоянно ездите один, то вам в принципе можно его не менять, потому что стоимость такой замены составляет 205 тысяч долларов. Встроенный в передний бампер пулемет, как по мне, достаточно мощный. Вообще Минахер, на мой взгляд, это броневик, объединяющий в себя плюсы ранее добавленных броневиков, а именно Инсургента пикапа с его верхним пулеметом и Найтшарка с его пулеметом, который установлен в передний бампер. И в принципе я уже вижу, как в свободных сессиях устраиваются баталии между скромным джетом и Минахером. А вообще, как скромный джет, так и вот этот броневик унаследовали много недостатков от своих конкурентов. Поэтому я сейчас перечислю те, которые смог заметить. Если вы решите прокачать этот броневик в командном пункте, то вы не найдете там даже намека на хоть какие-то бронеплиты для стекол. В принципе, что у Найтшарка, что у Инсургента такая броня есть. К тому же сами стекла Минахера не обладают никакой броней. Первый выпущенный по вашей голове патрон обязательно туда попадет. Переходим к следующему недостатку. Как многие из вас знают, если на Инсургенте или Найтшарке не стоит броня для стекол, то водитель и другие игроки запросто могут бросать бомбы или пучки, гранаты и другие метательные предметы. У нового броневика при полном отсутствии брони на стеклах изначально можно использовать только ручное стрелковое оружие, либо встроенный в передний бампер пулемет. К тому же еще неизвестно, где окна меньше и в каком из броневиков будет легче убить водителя. При попытке заехать в гараж происходит та же ситуация, что и у Инсургента пикапа. Из-за его верхнего пулемета он просто не способен туда заехать. Но зато Rockstar добавили невероятно большое количество внешнего тюнинга, которое сделает ваш броневик невероятно уникальным. Мало того, что он сам выглядит как грозный дядька-сторож с ружьем, заряженным солью, так вам предлагают навесить на него еще кучу железобетонных приблуд, которые повысят брутальность вашего дядьки. Но если присмотреться, помимо отсутствия бронеплит на стеклах, вы также обнаружите отсутствие возможности поставить дополнительное вооружение типа неконтактных мин, которые, между прочим, можно поставить на Инсургент пикап. Так что если в двух словах о тюнинге этого броневика, то весь его смысл — это максимально изменить экстерьер данного автомобиля, при этом никак не увеличивая его боевую мощь. Я думаю, вы понимаете, что внешние изменения не затрагивают улучшение двигателя, трансмиссии и смену верхнего пулемета. К тому же, если опять сравнивать его с Инсургентом, то во второго помещается больше людей, нежели в Минахера. Следующий недостаток связан с трейлером ПВО. Как известно, его можно подцепить к Инсургенту и, кажется, к Найтшарку. Видимо, когда Rockstar создавали эту тачку, про трейлер ПВО они напрочь забыли. Да и цена в 1 миллион 775 тысяч выше, чем оптовая цена у Инсургента, и на 500 000 выше, чем цена Найтшарка. Так что, пожалуй, единственное преимущество, которое я вижу на данный момент, что у этого автомобиля есть встроенный в передний бампер пулемет и верхний пулемет, который может пользоваться второй игрок. Поэтому я в принципе не понимаю, зачем нужно покупать этот автомобиль. Потому что вы отдадите 1 миллион 775 тысяч долларов за саму машину и еще примерно 300 тысяч на бесполезную модернизацию. Ну а если решите поменять верхний пулемет, то приплюсуйте к этой сумме еще 205 тысяч. Так что мое мнение, если выбирать броневик для ведения боевых действий, то лучше Инсургента пикапа пока ничего не придумали. На этом же хомячке мне больше понравилось заниматься оффроудом. Его двигатель достаточно тяговит и хоть и медленно, но поднимал его на самую высокую гору игры. А вот падение с горы доставит вам уйму удовольствия, поскольку эта машина, наверное, никогда не взорвется и уж тем более не потеряет все свои двери по пути.
Но блин, если у вас есть Инсургент и Найтшарк, вы также можете повеселиться и на них тоже. Так что мое мнение, это фиаско, братан. Машина, которая создавалась как замена существующих в игре броневиков, оказалась полной какашкой. Так что я опровергну еще один миф, который гласит, что говно не тонет. Тонет, ребят, еще как. И этому автомобилю место на дне реки или озера. Я даже не знаю, есть ли смысл делать более подробное сравнение с Найтшарком или Инсургентом. Если вам это будет интересно, напишите об этом в комментариях. А у меня на этом все. Надеюсь, это видео будет полезно для вас. С вами был Ватман. До новых встреч, уважаемые зрители. Пока-пока.